что делать. Да, просыпайтесь, вставайте, улыбайтесь, веселитесь. И никаких еще посплю 5 минут. Не портите себе настроение. Да, сразу же выкидывайте будильник просто в другую сторону. Можете его с вечера убирать, чтобы он где-то зазвенел. Вы такие, ну, чтобы надо вам пришлось встать и выключить этот будильник. И главное, не ложитесь обратно в постель. Как только встали, стаканчик теплой воды, который просто сразу же протонизирует все тело, разбудит его. Да, также необходимо заниматься зарядкой и не забывайте принимать контрастный душ. Тогда вы будете веселые, будете находиться в хорошем настроении, как мы, но нам уже не терпится начать нашу программу, поэтому поехали! Ну, с такой инструкцией, мне кажется, сложно уже не проснуться, а если вы еще включили хорошее утро, то... Ну, ваш день должен быть просто заряжен хорошей энергией и позитивом, я уверена. Самое главное, хорошими историями, которые мы специально для вас подготовили. Из-за пандемии вообще многие школы до сих пор не работают. Да, особенно в Пакистане. Там школы давно закрыты, и по инициативе одной директрисы школы, она решила, что нужна переходящая библиотека. И теперь книги из деревни в деревню возит верблюд. Он приходит, у него есть несколько часов, чтобы детки успели взять книги. Да, библиотека работает с 3 до 6. Да. В этот момент детки подбегают, берут книги, которые им понравились, те, которые уже прочитали, обратно убирают в кармашки к верблюду. И таким да, образом и верблюд альтернативное обучение продолжается. В другую деревню. И так по кругу, но это же здорово. Раньше были почтовые голуби. Да. Сейчас, видимо, появились уже почтовые верблюды. Да. Для меня раньше казалось сказкой, как голуби понимают, куда они идут. Но тут верблюд. Вот это интеллект. Как верблюд понимает, когда ему нужно идти назад? Да, ты хочешь меня пригласить на диван? Нет. Или что? Я не поняла. Рассказываем истории про животных. И, например, в Канаде во время футбольной тренировки команда Торонто, ну, знаете, вот когда... Ну, тебе немножко лень. Ленивые футболисты тренировались. Да, ну вот все медленно, все как-то, ну вот, ну скучно. Это же тренировка, это же не игра. Ну зачем да. вкладываться в полную силу? Ну им на помощь пришел аллигатор, который выбежал на поле и взбодрил всех своим присутствием. После этого команда сделала просто свой лучший рывок. Мне кажется, она теперь идет к победе уже даже на тренировке. Ну и что решил сделать тренер футбольной команды? Тренер решил подписать с аллигатором контракт. Пока непонятно, в роли кого будет аллигатор в этой команде. Возможно, как символ команды. Возможно, это новая звезда футбола, лучший защитник. Ведь я думаю, кажется, что это... его точно никто не пробьет. Мне кажется, это лучший нападающий. Еще неизвестно, на кого из членов команды. Ну, по крайней мере, вот такая вот история. Что там будет дальше, не знаем. Да, но мы продолжаем и двигаемся дальше. Переходим выпить кружечку горячего чая. Наконец-то. Александр Калужин, наш соведущий, тоже решил поиграть в футбол. Да, только... ну что нам аллигаторы, куда до них, да? Да? У нас есть свой крокодил, Саша. Да, попробовал поиграть в футбол не в Канаде, а в Краснодаре у нас с жителями города. И узнать, готовы ли они к летнему сезону. И уже не терпится узнать, готовы они или нет. Опа, оп, 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 опа, опа, оп. Так, друзья, всем привет! Впереди лето, самое время задуматься о физической форме своего тела. Сегодня мы решили пройтись по центральной улице нашего города и узнать у местных жителей и гостей Кубани, насколько готовы к сезону они. Если они не готовы, начнем подготовку прямо сегодня. Поехали! Держите пас! Это я не кустам, это я вам. Давайте, 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 давайте! И... Ха! Великолепно! Держите пас! Еще. Давайте, неплохо! Еще, еще, еще! Давайте пас назад. Отличная передача! Хорошо! Отлично! Ага, думать я ее не поймаю. Подожди, у меня есть хитрый план. Я на перекрестке поймаю тебя. Подскажите, к лету готовы?
готовы? Ну, стараемся, но еще нет. А стараетесь, подождите, стараетесь, вот сумки таскаете тяжелые, да, или что нет, делаете? Нет, ну и хожу много очень пешком. Ну, я вообще всегда в физической форме. Я себя отдельно к лету не готовлю, я себя готовлю к жизни. По степени своих возможностей тоже очень уважаем спорт, увлекаемся. Я, например, 108 шагов по воде хожу, даже зимой по воде хожу. Каждое утро у нас пробежка, вечером спортзал, ага, а пятницам пиво. Мы увлекаемся внедорожным спортом. Что нужно делать ежедневно, чтобы быть к лету готовым? Гуляйте чаще на свежем воздухе. Дышите свежим воздухом, это очень полезно и круто. Здоровый образ жизни вести. Заботиться о себе немножко. Двигаться надо побольше, двигаться и поменьше жрать. Ну, заниматься спортом, наверное. В первую очередь, наверное, уважать себя. Так, а, может быть, сейчас попробуем начать подготавливаться, нет? Так, ленитесь, вижу, ну ладно. Я не в том положении, чтобы на весь город набивать мяч. Я и головой могу, но не хочу. И поехали. Еще, конечно, конечно, нам не жалко. Хорош. Неплохо. У вас не Роналдо фамилия случайно? К лету готов. К лету готова. К лету готова. Ура! Ну что ж, много ответов прозвучало, и большинство к лету все-таки готовы. Знаете что? Мое мнение, в физической форме нужно быть всегда, независимо от сезона. Так что занимайтесь спортом, делайте физические упражнения. Это хорошее утро на Кубань-24. Спасибо тебе. Я рада, что ты размял кости на старость лет, наконец-то. Потренировался немножко. Ну, а от Саши Калужина мы переходим к 7-летнему ребенку. Вот такой необычный переход у нас. Мальчишка первый раз пошел на рыбалку со своей семьей, с папой, с дедушкой. И более того, он сам накопил на свою первую удочку. Да, и как известно, всем новичкам везет. Сколько весит мальчишка в первом классе? Ну, килограммов 25? Да, может меньше, может вот, чуть-чуть больше. Он закинул удочку, поплавок начал клевать, он вытащил добычу. Рыба весила 38 килограммов. Можно сказать, что он вытащил двух себя. Можно сказать, что мальчишка — это человек-муравей вообще-то. Но хочется сказать, что мальчик с доброй душой, он отпустил рыбу. И вот эта рыба, она весом немножечко отстает от рекорда штата. И теперь у мальчишки есть... Новая цель, да, побить новая цель. Рекорд штата. И, возможно, снова отпустит эту огромную рыбу. Да, я думаю, у него все получится. Ну, а некоторые ходят на рыбалку, знаешь как, ушли, купили на рынке, вернулись, если... Я так с папой ходил на рыбалку. Ну вот, вот. Такая большая добыча мне только снилась. И о красоте во сне прямо сейчас расскажет Александр Сурмина, диетолог-нутрициолог. Доброе утро! Красота и молодость во сне. Как стать еще красивее, еще моложе? Просто правильно уснув. Что значит правильно? Это значит вовремя и в темной комнате. Только в полной темноте наш организм способен вырабатывать мелатонин. А соматотропный гормон вырабатывается с 10 вечера до 0. Поэтому важно уснуть до 12 часов. Важно лечь, расслабиться, подумать о хорошем, выключить телевизор, все гаджеты, чтобы ваш сон был спокойным и качественным. В таком случае вы получите соматотропин, тот самый гормон, который позволяет нам быть молодыми, красивыми гораздо дольше. Именно благодаря этому гормону мы все летаем во сне. Я надеюсь, мои советы были полезными для вас. Всего доброго, до свидания. Александра, спасибо большое. Вообще красота бывает во снах, а бывает на дорогах. Так французский художник стал все чаще и чаще замечать проблемные участки на тротуарах. И он решил дыры, которые есть на дорогах, закладывать керамической плиткой. Но не просто вот керамическая плитка, как в ванной, а делать красивые художественные объекты. И вот что у него из этого получилось. Мне интересно,
от проблемы таким образом он избавится или нет, если машина проедет по керамической плитке? Нет, он же делает это на тротуарах. Угу. Поэтому, ну, тут просто арт, искусство, красота. Вот у нас, кстати, в деревне, когда были сильные лужи или ямы, то их просто закладывали сеном. Так что мой дедушка, можно сказать, тоже арт-художник, в принципе. У нас на Троицке просто ничего не делали, и это было уже арт-искусство. Да, да, арт-искусство на дорогах. Ну что, мы продолжаем, мы пойдем выпьем кружечку горячего чая. Какая красота у нас здесь на столе. Уже появились, это куклы, это... кукольное искусство, которое мы с вами видим, и прямо об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем Светланой Пчельниковой. Мы ждем вас. Светлана, доброе утро. Хочу сразу представить вас нашим телезрителям. Светлана Пчельникова, президент Международного объединения авторов кукол, художник, коллекционер, меценат, автор проекта «Шокирующие куклы». Доброе утро. В прошлый раз, когда вы к нам приходили, инфоповод такой был, выставка «Царские куклы». Да, да, у меня много проектов, мужские куклы, прекрасные куклы, куклы сказки, легенды. И, конечно, начинала я с антикварных царских кукол и игрушек детей Николая II Романова. 1 мая, кстати, выставка до самого конца сезона открывается в Геленджике, в Краеведческом музее. Вот из Краснодара переехала туда. А в Краснодаре с 23 апреля работает выставка других шокирующих кукол, которая называется «Посмотри жизни в глаза». Ковидные времена, такой прямо апокалипсис, постапокалипсис. Мы выходим уже из него и не пугаем, а учим не бояться любых шокирующих других альтернативных ситуаций. Эта выставка и каждая работа там, она как бы... боль, смысл и история личная автора, художника. Там художники от Японии до США, Голландия, Германия, все, много очень стран постсоветского пространства. И, конечно, наши русские, российские художники, которые просто своим креативом, своим творчеством взрывают и рвут все шаблоны. Экспонатов, если можно так назвать сейчас. Больше сотни экспонатов и очень сильные две большие экспозиции краснодарских художников. Елена Туминская и Любовь Фартушная. Они сделали такие специальные проекты. Только на них стоило бы прийти в этот музей, да, не обращая внимания на 100 других кукол. И впервые мы объединили... куклы и искусство, живопись. Там работы художников обрамлены шикарными картинами, угу, на которые тоже стоит обратить особое внимание. Мне вот интересно, вы так заинтересованы говорить о куклах? И вот любовь к куклам, она появилась в детстве, как у всех девочек, или уже более в осознанном возрасте? Вы к этому знаете, пришли? Я вам сейчас что скажу? Что? В детстве я в куклы не играла. Девочки реализованы в куклах. Они играют в детстве, там, они как бы потом играют с детьми. Но шокирующая абсолютная информация. По статистике аукционных домов, там Сотбис, Кристи, Гелос российского. Мужчины покупают куклы чаще. Больше всего фанатов, коллекционеров и просто почитателей искусства куклы и игрушки – это именно мужчины. Потому что в детстве им не получается. Они только подсматривают за сестрой. Например, там у них эти драки, войны, ну, какие-то бесконечные ссадины. И девочки такие сидят, принцессы, там у них мишки. И когда вот уже мужчина вырастает и может сам самостоятельно принимать решение и жить следует только своей воле, вот тогда он и вот эту тягу к милому, доброму, нежному, красивому. Ну, иногда, конечно, с уклоном в секси-рекси какие-то такие вот истории. Очень много мужчин коллекционируют художественные современные куклы. Ну, то есть, получается, у вас это хобби с самого детства, которое переросло в ваш смысл жизни, в вашу профессию? Ну, я бы даже сказала бизнес, если правильно перевести это слово, как дело жизни, да, вот просто...
утром просыпаюсь и улыбаюсь, потому что знаю, что меня ждет любимая работа. Сейчас видим, которые у нас в студии, это из выставки царских кукол. Да, это моя московская студия «Звездные куклы». Мы занимаемся сейчас для царского села проектом воссоздания коллекции игрушек цесаревича Алексея. И это точные копии, сделанные мной, петровских солдатиков, Петр I, реформу армии, там, мундиры. В общем-то, на выставке в Геленджике можно будет увидеть не только вот такие вот как бы высокохудожественные игрушки, но и оловянные солдатики, и деревянные солдатики, и походные игры, и крокет, и там порядка 15 кукол, и бумажные куклы. И вся вот эта вот история, как в императорской семье мальчика цесаревича учили, воспитывали стратегии, тактики, наукам, управлять огромной Российской империей ему предстояло. И все это вот через игровую форму. А можно подержать в руках? Да. А сейчас новый проект – это шокирующие куклы. Почему шокирующие? Проект родился для эстонского дома авторской куклы. У меня мама родом из Эстонии. И эстонцы такие викинги, суровые, голубоглазые, огромные, лысые мужики. Ну, как бы мне говорили, ну, куколки это вот, наверное, что-то такое там на кухне с бабушкой, на даче, может быть. Нам, чтобы нас вот это проняло, нужно что-то вот такое вот... Нужен игрушечный топор какой-нибудь, молот. Да, 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 да. Там цепи, плети. Вот. Но знаете, министр культуры Эстонии пришла на выставку и сказала: я шокирована, почему вот появилось название «Шокирующие куклы». Она говорит: мне кажется, я видела уже весь пласт современного искусства, знакома со всем. Но вот это вот 3D, больше D в одном, и скульптура, и живопись, и дизайн костюма, и при этом такая смысловая, сильная, мощная нагрузка. Вот я шокирована. А мужчины с выставки выходили... Ну да, интересно, как все-таки мужчины отреагировали. Очень многие плакали, и кто-то, я слышала, звонили: идите скорее, посмотрите, потому что это стоит. Не бойтесь, мужчины, идите в музей, чем 100 раз услышать. Лучше, конечно, один раз увидеть, и вы не останетесь равнодушными. Ваш мир изменится, потому что там каждая работа, она... меняющий человек. Он уже не сможет жить равнодушным, холодным, черствым, закрытым, депрессивным, недовольным. Искусство меняет человека. Да, мир меняется, и мы все меняемся. Мы каждое утро просыпаемся новыми, хорошими, добрыми. Давайте не портиться к вечеру. Светлана, спасибо вам огромное, друзья. Художественный музей имени Коваленко как раз проходит данная выставка. Скорее смотрите, бегите туда. Ну и, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Крепкий черный кофе, сонный шепот улиц, и соседи сверху, мне кажется, проснулись. Одену свое сердце сегодня в облака, и пусть течет по мыслям бурлящая река. Кубань-24, Елизавета Дмитриевна сегодня вместе с вами. Им же не стоит задерживаться, хочется продолжить нашу программу, поэтому за нами! Ну, мы начинаем нашу программу с интересных историй, забавных историй, которые прилетают к нам с Запада. Но сегодня... Ну, вообще, хочется сразу же сказать, что люди, давайте верить в то, что мечты сбываются.
Я думала, ты хочешь сказать, люди, давайте жить дружно. Это тоже. Да, вот, мечты сбываются. 13-летняя школьница решила, наша русская наша школьница, решила написать письмо Елизавете II. Ну и написала, да, решительно. Да, она отправила письмо в Британию, сказала, что хочет, похоже, быть на Елизавету II. Нет, что... она так не говорила. Она сказала. Она рассказала о том, как она живет, чем занимается. И что спросила... она берет с нее примеры, как вообще жить в наше такое непростое, бешеное время. Вот, да. Никто не ждал, что королева ей ответит, но через 4 месяца приходит девочке письмо с печатью королевской, и там она рассказывает, как у нее дела, говорит спасибо за внимание. Да, девочка не растерялась, сохранила теперь это письмо и поставила в рамочку. Так что, друзья, все мечты могут сбыться, главное да. только в это по-настоящему верить. Если кто-то вдруг захотел написать письмо Владимиру Владимировичу, то попробуйте, но я не уверена, что он вам ответит. Занятой человек. Да, продолжаем дальше. Совсем недавно говорили о Британии, да, и продолжим говорить об этой же стране. Ведь именно там мама покупала то и дело своей дочке новые туфли, но туфли... Где-то через недельку они начинали уже портиться, скорябаться, ломаться, все такое. Но мама не терялась. Она смотрела разные лайфхаки, пыталась починить обувь девочки, пыталась закрасить носы маркером, лаком для ногтей, но ничего не помогало. Не знаю, как девочка так ходила, что туфли были сразу дырявые. Но мама вывернулась, она купила черную изоленту, приклеила, и этот гениальный лайфхак сработал. Да, все счастливые стали, все радостные. Самое интересное, никто ничего не заметил. Даже несмотря на то, что теперь эту новость мы обсуждаем в другой стране. Да. Да, ну и мы двигаемся дальше. Знаю, как можно легко и просто за один день убить новую обувь. Mm-hmm. Это тоже такой лайфхак. Берешь, покупаешь новые кроссовки, допустим, берешь спортивный рюкзак, идешь в поход, окунаешься в реку несколько раз, потом идешь через лес, цепляешься за колючки, ничего не напоминает? Мне это напоминает, как мы с Сашей в Калужином ходили в поход. Да не просто в поход, а выживали в диких условиях. Совсем недавно мы выпускали первые две части, и вот, наконец, мы готовы показать вам финальную третью часть. Ну, мне уже не терпится посмотреть, поэтому что же там произошло? Кому живется скучно, так это нам с Димой. Самое интересное еще впереди. Дим, ну как тебе ночка? Я не знаю, как ты, но я вообще не выспался. Да я тоже не выспался. Кто тут выспится, если тебя перед самым отбоем отправляют непонятно куда и разрешают взять с собой всего лишь 6 самых важных вещей? Я тоже не выспался. Да, и при этих условиях еще вся группа замерзла. Естественно. Ну что, заинтересовали вас? Нет. Тогда смотрите сейчас, как это было. Смотрите, да. Где я сегодня только не спал и пытался уснуть на вот такой вот штуке. Обычная доска. Пытался уснуть на дереве вот здесь. Сегодня мы проснулись на берегу горной реки. Сразу скажу, что удалось поспать всего лишь за эти сутки час. За ночь организаторы натянули веревку, по которой нужно было перебраться обратно в лагерь. Из-за холода руки не слушались, но выхода не было. Холодно, да? Да нет, так знаешь, жарковато. Не каждый смог найти в себе силы перебраться по веревке. Они выбрали другой путь. Но судя по их крикам, они об этом явно пожалели. После того, как мы вернулись на уже родной берег, мы отправились не завтракать, а осваивать альпинизм. Меня божьи коровки атаковали.
Я боюсь высоты. Ого, как высоко. Опа, опа, опа. Преодолев скалы, мы отправились в наш лагерь. Слушай, какой вот для тебя должен быть идеальный финал нашего путешествия? Слушай, может, баню сделаем? В лесу? По-моему, это соответствует логике нашего похода. Мы строили дом из полиэтилена, сейчас мы его разрушим с тобой, да? И построим из этого же полиэтилена баню. Тогда пойдем. Лесник. Дрова заказывали. Так, это основание. Наконец-то можно будет погреться маленько. Строим уже часа два. У нас вся развалилась. Сейчас придется настроить новую, раз уж проявили инициативу. Собираем каркас уже. Что-то здесь не так. Все будет ништяк, ребята. Наш герой Костровой, собственно, забыл о том, что нужно подкладывать дрова в костер. Но не страшно, он проснулся и снова занялся делом. Там же камни? Да, внутри камни. Хорошо. Красота. Баня готова. Готово. Ну что, две ледяных ночи было позади, и сейчас жаришка! Хорошо. Ух ты, правда? Все, закидывай. Ну что, Дима, как идет наш отдых? Слушай, я бы лучше отправился, знаешь, куда? На курорт. А там что? Ну что там? Здесь у нас физические нагрузки каждый день, минус 6 килограммов. Тушенка. Слушай, ну это, наверное, больше твой вес, чем мой. Ладно, я предлагаю все-таки насладиться этим моментом и уже с хорошим настроением отправиться домой. В цивилизацию? Да, ты готов? Давай! Поехали! Дима, твой спальный мешок? Да. Осталось только начать да закончить. Хорошо, что вы все-таки приехали домой целыми и невредимыми. Ну почти. Дима, скажи честно, еще раз бы поехал? Слушай, если честно, вот когда я только вернулся оттуда, я решил для себя четко, что больше на такую авантюру ни за что не подпишусь. Но сейчас, когда прошло время, я бы, наверное, еще раз пошел уже с сознанием дела, ведь уже умею строить баню. Значит, мы ее построим уже с первого раза, а не с четвертого. И сэкономим время, и будет время поспать. Ну, я рада, что у тебя столько новой информации. Но мы продолжаем, и к нам прилетела такая история из США, которую мы хотели бы вам рассказать. Да, на выходных было загружено кафе, была полная посадка, и людей новых не впускали. Тут зашел мужчина со своей дочкой, официантка его встретила и резко сказала: «Пожалуйста, выйдите из заведения, у нас нет мест». Вот это резкость, пожалуйста, выйдите. Да, опасно. Но оказалось, что это был Адам Сэндлер со своей дочкой. Ну вот. Он не устроил скандал, спокойно выслушал, развернулся и ушел. Да, но она теперь пишет в интернете посты, просит его простить ее и прийти снова. Ну, не знаю, вернется ли он. Но я сомневаюсь, да, честно. А нам сейчас хочется поговорить о событии, которое было не так давно. Во время пандемии был проведен первый онлайн-фестиваль, который называется One Line Fest, который завоевал гран-при национальной премии Event Industry события года. Победил Wedding Awards Юги, финалист Wedding Awards Russia. Просто какие-то... Мастодонты, уже не терпится поговорить с этими организаторами. Они у нас в гостях, Марина Зосим и Руфат Ибрагимов. Давайте приветствуем. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, как ваше настроение? Прекрасно, у вас? Ой, у нас еще лучше. Вы же на хорошем утре. Какой-то в прошлый раз вы приходили к нам, рассказывали о онлайн-проекте, онлайн-фестивале. Сейчас у вас стартует новый проект. Давайте в общих чертах расскажем, о чем он, что ждать. Ну да, так как мы завоевали все награды, которые можно было завоевать в этом году, мы решили...
Вы решили не останавливаться на достигнутом и сделать события именно для индустрии, индустрии ивента, и решили организовать крупнейший на юге форум для организаторов мероприятий, для профессионалов сферы. Так скромно, крупнейший. Мы завоевали все. Да. Ну, нам нравится так думать, что он будет крупнейшим. Наверняка, мы не сомневаемся. Слушайте, ну а что он будет в себя включать? Как правильно проводить мероприятие? Для кого он? Прежде всего, это для профессионалов индустрии, для тех, кто организовывает уже мероприятие, хочет, скажем так, подтянуть, да, свои скиллы, а также для начинающих организаторов, для тех, кто хочет связать себя в будущем с этой профессией. И крутой старт именно с самыми лучшими, да, из первых уст, называется, самая правильная информация. Получается, если кто-то из телезрителей вдруг, не относящийся к организации праздника, захочет прийти, нужна ли будет ему эта информация? Ну, мы позиционируем все-таки больше как для тех людей, которые реально интересуются. То есть это не просто на огонек зайти, там будет очень важная информация, и мы бы не хотели, чтобы просто любой телезритель просто чувствовал себя, наверное, неуютно. Поэтому приглашаем в основном профессионалов, и самые лучшие уже откликнулись и купили билеты. Здорово. Мы также знаем, что у вас на форуме будут самые крутые спикеры, которые приезжают с разных, со всей страны, с разных городов. Давайте так, топ-3. Кого вы можете выделить? У нас спикеры из Москвы, из Екатеринбурга, из Ростова-на-Дону и Краснодара. Эти спикеры – это лидеры ивент-индустрии страны. Топ-3 – это что, нужно назвать имена? Давайте так, без фамилии. Лучший организатор, на наш взгляд, лучший режиссер и, наверное, лучшие декораторы. Декораторы, именно по декору мероприятия, специалисты. Поэтому мы приглашаем не только организаторов мероприятий, но и тех, кто занимается оформлением, потому что там будут крутые технические решения, кейсы. Как сделать за небольшой бюджет очень зрелищное мероприятие и так далее. Ну, знаете, я ничего не организую, ну, к сожалению, но мне уже захотелось прийти. Ну, кстати, ведущие у нас тоже есть в участниках, поэтому приходите, конечно. Вообще форум организован для разных профессий, да, там будут все, кто принимает участие в организации, это и ведущие, и начинающие, и профессиональные, и режиссеры, и декораторы, и организаторы мероприятий. И маркетологи даже. Да, многие организации направляют своих маркетологов, HR-ов для того, чтобы, ну, скажем, подтянуть свой уровень в организации. Расскажите секретик. Вот как таких мастодонтов, лучших профессионалов заманить? Именно спикеров? Это история успеха. Можно я отвечу? Да, конечно. Дело в том, что я вообще хотел сказать спасибо вашей студии и вашей программе, потому что после того, как мы побывали на Кубань-24, это такой наш талисман. И я очень хотел попасть к вам на хорошее утро. Потому что мы верим, что это помогает нам достигать результатов. Я уверена. Спасибо. И, знаете, мы показали всей стране, впервые мы на юг привезли этот трофей, события года, самую престижную награду в области организации мероприятий, как лучшее онлайн-событие в России в прошлом году. У меня аж мурашки. Да, и поэтому лучшие организаторы мероприятий со всей страны, они узнали о нас. И, это вот эти ребята, мы к ним поедем. И они очень рады, очень ждут этой встречи. Мы с ними общались вживую. Они прям прорабатывают темы и контент, который они будут показывать. Потому что для них это тоже очень важно, для лучших профессионалов юга рассказать. Они нас знают, и я думаю, что узнают еще больше. Но мы вот как раз знаем, да, вот так принято считать, что самые масштабные мероприятия проходят в Москве. Можем ли мы теперь сказать, что мы уже наступаем на пятки? Ну, конечно, можем. Ведь наше мероприятие будет на одной из самых масштабных и красивых площадок юга. И что еще можно сказать? Да, мы будем делать еще особенную застройку. Да. То есть мы само мероприятие хотим очень круто провести, потому что там будут светодиодные экраны с различным динамичным таким контентом и так далее. То есть те люди, которые попадут туда, им будет точно не скучно.
точно будет заходить информация правильно, они будут мотивированы, мы будем использовать различные эмоциональные катализаторы для того, чтобы максимально люди, уходя, уезжая, оставили о Краснодаре самые лучшие впечатления. Мы хотим сделать такой уровень, которого ранее не было на юге. Мне кажется, вам это уже удалось, как минимум, первым онлайн-фестивалем. И я надеюсь, что этот эфир принесет вам новые награды. Я прям в это верю и думаю, что все получится. Счастливый эфир. Да, да. Вот как раз, чтобы еще немножко так открыть завесу тайн, потому что мы сейчас говорим вообще, что будет что-то новое. Вот что будет новое в этом проекте? Хотя чего бы ждать участникам этого проекта? Знаете, после тяжелого периода, который перенесла наша страна и весь мир, произошла такая перезагрузка. Дело в том, что люди не знают, куда двигаться. И самая важная информация, которую привезут наши спикеры, это тренды. Куда идет весь мир, как они считают. Это не просто трансляция каких-то мировых историй. Это то, как мы, как россияне, чувствуют развитие рынка, развитие организации мероприятий. И они будут давать реальные советы и кейсы, и мы вместе будем двигаться вперед. Ребят, спасибо вам огромное. Будем следить за вашим форумом. И мы надеемся, что после завершения проекта вы придете к нам в гости и расскажете, как все прошло. Друзья, но вы не переключайтесь, оставайтесь вместе. С хорошим утром, мы скоро вернемся. Аномальное похолодание на юге России вчера вышло на свой пик, и с сегодняшнего дня погода начнет налаживаться. Осадки возможны рано утром, а начиная с обеденного времени в большинстве районов тучи рассеются, и воздух станет быстро прогреваться до плюс 15-20 градусов, давление в пределах нормы. Теперь подробнее о дневных температурах. На севере в Ейске плюс 16, в Приморско-Ахтарске 17, в Тихорецке плюс 18 на термометрах. На востоке в Армавире плюс 20, как и в Лабинске, в Кропоткине 19 градусов в дневное время. В центре и на западе в Крымске плюс 18, в Горячем Ключе плюс 18-20. В Славянске на Кубани в районе 17 тепла синоптики обещают. На Черноморском побережье, в Новороссийске и Геленджике 16 тепла, в Анапе на градус ниже. В Сочи днем синоптики обещают 17 градусов выше 0, ночью плюс 12. И в Краснодаре плюс 18 днем, к вечеру плюс 15-13, без осадков, начиная с обеда малооблачно, давление в норме. Пожелать вам хорошего настроения, продуктивного дня. И также хочется продолжить нашу программу и поделиться с вами забавными, интересными историями. Ну, а начать, конечно же, хочется с милого, доброго и семейного, потому что семья – это самое главное, что у нас есть. Одна бабушка, которая… Которая проживает в США, со временем стала хуже слышать. И пока все ее родные обучают ее внучку простым словам – мама, папа, агу, бабушка решила обучить ее языку жестов, чтобы не потерять общение с ее внучкой. Посмотрите, как это мило. И как нравится внучке. По-моему, это самое милое видео за сегодняшний день. Мне кажется, внучка пока воспринимает, словно бабушка с ней играется. Да. Мне кажется, даже остальные, когда... вообще, когда с ребенком общаешься, ты говоришь, мама, папа. Ну, вот руками все равно все взаимодействуют. Главное, чтобы они никакое плохое слово не выучили случайно.
Да, но зато таким образом, возможно, связь у бабушки с внучкой будет крепче и крепче. О, какие мы сегодня романтичные с тобой. Да, ну и о деток хочется также поговорить о милостях, о животных. Mm-hmm. В основном те, кто любит своих домашних питомцев, покупают дорогие игрушки, дорогие корма. И кажется им, что коты и собаки любят дорогие игрушки. Но оказывается, все намного проще. Достаточно изобрести свою собственную игрушку, и можно даже ее сделать из коробки. Да, лучшая игрушка для твоего животного – это смекалка хозяина. Перед вами кото-пушка. Да, или кото-пульта. Все, кот веселый, ему нравится. Такая вот, помните, у нас качель в детстве была? Да, вот да. Вот почти да. Похоже. Интересно, как, что будет с собакой, если так сделать? Я думаю, что дома стоит попробовать. Да, я тоже. Скоро будет лайфхак. Из Туапсе к нам прилетела новость, совершенно неожиданно. Мы все жалуемся на пробки. И все время не знаем, что с ними делать, а нашелся способ и выход. Но не факт, что этот выход и способ сработает, но герою следующего видео не стоит об этом говорить. Главное – оптимизм, да. Посмотрите. Настрой оптимизм. Причем явно до этого он не катался на лодке, потому что гребет в другую сторону. Ну, это уже совершенно не важно. Я предлагаю нам пойти на диванчики и немножечко чаю попить с воды. С наступлением весны актуальна тема здоровья, витаминов, и именно о здоровье мы поговорим прямо сейчас с нашим гостем. У нас в студии Джаладян Сурен. Приходите к нам, Ольга. Доброе утро. Доброе. Джаладян Сурен, сердечно-сосудистый хирург, флеболог и лазерный хирург. Сурен. Вот скажите, весеннее потепление сейчас в самом разгаре. Совсем скоро лето. Да. Девчонки будут надевать короткие платья, юбки. Уже, собственно говоря. Да. Да. И становится актуальны разговоры о варикозной болезни. Скажите, как правильно все-таки ее лечить? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что болезнь это очень древняя, да, это как начали люди ходить вертикально, скажем так, так она и появилась. И всегда это заболевание доставляло дискомфорт, и визуальный дискомфорт, и какой-то субъективный. И самое главное здесь, конечно, следить за состоянием своих ног, даже просто визуально смотреть, есть ли какие-то изменения. То есть расширение каких-то небольших сосудиков, красных, фиолетовых, синих. То есть изначально, чаще всего, именно эти симптомы начинают появляться и прогрессировать. То есть это уже сигнал, чтобы обратиться к врачу? Да, совершенно верно. И дальше просто уже могут появляться какие-то жалобы. То есть первый симптом – это вот какие-то видимые изменения со стороны сосудиков. А какие методы лечения есть? Ну, методов на самом деле на сегодняшний день много. То есть в зависимости от стадии, от выраженности можно заниматься чисто эстетикой, то есть просто убирать небольшие сеточки, звездочки на ногах. Можно заниматься уже непосредственно здоровьем, то есть убирать крупные вены, расширенные. То есть в зависимости от стадии, вот такие методы, ну, все методы лечения, которые сейчас существуют, это большой плюс, последние достижения флебологии. Все они стали малоинвазивные. То есть таких-то... Малоинвазивность – это то, что позволяет сделать это быстро, безболезненно, без госпитализации людей. То есть так называемая амбулаторная хирургия или хирургия одного дня, когда человек приходит, лечится и уходит домой. То есть домой. За один день делается операция и уже отпускает? Да. Даже не день, а это... Час, полтора. Вот вы сейчас сказали про сеточки. Вот эти вот звездные сеточки. Варикозные сеточки, да. Это одно и то же, что и варикоз? Ну, по сути, да. Это разновидность. То есть это различные проявления варикозной болезни. Угу. А на какой стадии появляются сосудистые сеточки? Это первые начальные формы, стадии. Иногда они в такой стадии остаются. Чаще всего у девушек, у женщин. Здесь больше влияют именно женские половые гормоны. Если мы говорим про сеточки, то у мужчин мы их видим крайне редко, у женщин это очень частая проблема. Вообще миф ли это, что варикозной болезнью страдает больше девушки, нежели мужчины? Ну, по большому счету да, потому что
количество варикоза вот, классического, вот, как заболевание, да, примерно 50 на 50. На самом деле, ну, у женщин мы больше видим некрасивых сеточек, mm-hmm. поэтому общее впечатление, что mm-hmm. женщины страдают больше. И здесь, конечно, большую роль играют беременности. Так, а красивые сеточки как выглядят? Красивые – это ноги. Ну, у каждого понятие красоты свое. Красивые – это ноги. Красивые – это ноги без сеточек. Чистенькие и то, что нравится больше всего. А после операции какое нужно восстановление? Нужно ли оно вообще? И как долго оно происходит? Да, вот именно того периода восстановления, вот в классическом понятии, смысле, его нет на самом деле, потому что человек выходит и живет обычной жизнью. Есть рекомендации, мы рассказываем, что лучше делать, угу. какими видами спорта заниматься. Ну, в целом редко это выполняется, скорее всего. Нет, да? Нет, это выполняется, да? Как раз-таки нередко. То есть, когда доктор говорит, когда уже дело сделано, скажем, угу. тогда мы пролечили. Тут пациенты наши очень пунктуальны в этом плане и дисциплинированы. Да? То есть все выполняется. Люди, которые, например, никогда не ходили в жизни, когда мы говорим, что нужно по часу в день ходить, гулять, они ходят, и потом это продолжается уже привычка. 10 тысяч шагов? В дальнейшем. Ну, да. Да? То есть, получается, в основном идут какие-то такие спортивные рекомендации, заниматься зарядкой? Совершенно верно, да, да. Образ жизни спортивный, ну, вот и в том плане, что требуются больничные, какие-то ограничения жесткие, да, там, не работать или не заниматься своим любимым делом, здесь такого нет. Вот сейчас, то есть, все это можно вот с минимальными, скажем так, потерями социальными выполнить любое лечение. Также хочется у вас узнать, когда готовился к эфиру с вами, изучал информацию о варикозных болезнях, наткнулся на такое заболевание лимфостаза. Что это такое? Это связано как-то с варикозной болезнью или вообще другая тема? Нет, это отдельная такая нозология. Она бывает связана с варикозом, бывает нет. Кстати, эта проблема очень актуальна и на сегодняшний день в связи с тем, что многие люди все-таки гиподинамичны вследствие сидячей работы, пожалуйста, офисной. Гиподинамичные – это когда мало двигаются. Да, и ну, бывает лишний вес, конечно, людей. То есть, например, в европейских странах во многих лечение лимфостаза, лимфедемы – это лечение, которое у них входит в их системы там, страхования. Да, у нас, к сожалению, пока такого нет, но методы лечения мы занимаемся... отличаются от варикозной болезни? Нет, это совершенно другие методы лечения. И то, что раньше, там, каких-то 10-15 лет было проблемой, и люди, в принципе, становились инвалидами, сейчас это лечится. Даже самые значимые формы, такие как слоновость, вот, все люди знают, читают, кто интересуется этой проблематикой, сейчас это все лечится. Медицина не стоит на месте, но главное следить за собой, заниматься спортом и обращать внимание на свое здоровье. Но обязательно смотрите «Хорошее утро» и прямо сейчас эфир продолжит «Утро». С добрым утром! В эфире программа «Шустрое утро». Я Жорка и медведь Александр. Слышите, птички напевают знакомый ритм. Раз, два, три, четыре. Это что? Правильно. Время для нашей шустрой зарядки. С добрым утром, наши маленькие шустрики. Начинаем зарядку. Чтобы проснуться с нами скорей, руки ты вверх подними веселей. Вдох, выдох, еще раз вдыхай. На выдохе руки свои опускай. Самое время тело размять. Тянемся мышцы опять и опять. Шею свою не забудь покрутить, иначе будет она коротить. Дальше по плану на месте бежать, чтобы не смог ты вернуться в кровать. Медленно, быстро, еще раз давай. С нами работай и все повторяй. Еще!
дальше по плану у нас танцевать. Прыгать и бегать, и мир удивлять. Утро ты смело, скорей улыбнись и начай зарядкой с друзьями делись. А теперь танцы, самые лучшие, самые быстрые, динамичные танцы. Просыпайтесь, шустрики! Отлично получилось. Надеюсь, что вы тоже проснулись. Я так взбодрился, что готов. Знаете для чего? Правильно. Для нашей следующей рубрики. Ловите. Резинки для волос. Обычно они нужны девочкам, но мало кто знает, что они также нужны фокусникам. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы учите фокус с резинками для волос. Как он делается? У меня есть две резинки. Одна синяя, другая черная. Так, вытяни руку вперед. Вытягивай. Да, и соедини две средние резинки, хорошо? Вот возьми и соедини между собой. Да, прям подержи по три. Да, прям по три, ага. И смотри, что получилось. Они соединились, видишь? По три еще раз, давай. Да, прям посильнее. Отпускай, и они снова разъединились. Итак, поняли, как это работает? Да. Давайте дам вам время, чтобы подумать, может быть, раскройте секрет. Ну, я видел то, что в начале Фокса у него была какая-то одна хватка, а потом у него пальцы вот так были. Может, теперь я покажу. Так, короче. У него было как-то вот так вот. И вторая тоже. Вот и вторую я мизинцем, может, показать. Так. Как-то ну, так. Примерно. Примерно. И у него как-то вот так вот запуталась резинка, а потом просто распуталась. И все. Твоя версия? Поднять. Ну да, я тоже видел, что как-то резинка... То есть у него сначала было указательное, а потом у него был средний. Ну что, у вас есть версии какие-нибудь? Конечно, есть. Ну-ка, давайте, я жду. Держи. Короче, ты как-то так вот... Ага. Так, допустим. То есть ты хочешь сказать, что они запутались между собой? Ну да. Запутались. Ну давай, давай, ладно, давай научу, как это делать. Давай резинки. Я беру резинки, абсолютно две обычные, и растягиваю их между указательными пальцами и либо безымянными, либо мизинцами. Как удобно. Все, я растянул, и пока никто не видит, под столом я это сделал две средние один раз и обматываю между собой второй раз. Все, зажимаю пальцы вот так, это очень важно. Кажется, как будто, ну, резинки, ну, в таком же положении. На самом деле они под, между собой вот так вот перемешаны. Теперь я прошу соединить зрителям две средние, вот эти две. Я отпускаю палец вот с одной стороны, получается средний, вот так вот. И иллюзия, как будто резинки между собой соединились. Потом прошу и взять их еще раз. Когда он взял, тоже немного так вот трясу и отпускаю этот палец. И резинки разъединяются. Попробуй, давай. Так, они да, вот... Да, указательные и либо безымянные, либо мизинцы. Как тебе удобно будет. Да, теперь, да. Обматываем. Один раз и второй раз. Вот, молодец. Все, да, только теперь так. Пальцами зажми, чтобы не было видно. Вот так? Да, да, вот здесь зажми, все. Да, теперь ты можешь показывать. Да. Вот. Просишь кого-то из ребят... Возьмись кто-нибудь. Ну, давай, давай, вот. Давай ты. Так же. Так, убираю. Да, и показываю, что они соединились. Вот, они соединились. Теперь возьми еще раз. Угу. Оп. Так. Молодец. Мы потренируемся еще. Потом покажете друзьям или родителям. А пока я с вами прощаюсь. Пока. Пока. Говорят, что чудес не бывает. И это всего лишь ловкость рук. Я бы не был столь однозначен. Верьте в чудо, и оно произойдет именно с вами. Отлично, день хорошо начинается, а чтобы он был еще лучше, мы немного поиграем в любимого крокодила. Не переживай, он тебя не укусит. Позитивом и бодростью мы вас сегодня точно зарядили, а наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и Instagram, ссылки уже на экране. А с вами был Жорка, Медведь Александр и Шустрое утро. До новых встреч, пока!
Рубильник включаем. Они еще не создали вечный двигатель. Люди все хотели узнать, что это такое. Подходили, интересовались. Но уже стали двигателями мирового прогресса. Реализованная идея летит в космос. Ученые развлекаются по-своему. Я увидела, что они очень большие энтузиасты. Теория идеи. Я хочу помогать человечеству. Сегодня в 21.30 на телеканале «Кубань-24».